Телеканал КРТ представляє. Воно небезпечніше, ніж СБУ. Для мозгу корисніше, ніж ПТУ. Великий вплив має, як НБУ. Про блогерів шоу. Дивись ТБУ. Вітаю вас, дорогі друзі, з вами програма ТБУ, топ-блогери України, і я її ведучий Тарік Назалешко. Сьогодні у мене в студії Олександр Кононович, це заступник голови антифашистського комітету України. Мене ти, добре? Так, ну, все звісно, супер. Ми ж, в принципі, знайомі вже достатньо тривалий час, так що не будемо ми тут щось таке... Дворяни себе ліпіть. Да. Як проходить твій карантин? Чим ти займаєшся? Як розважаєш себе? Не знаю. Ну, як і всі громадяни України, соблюдаю закон, сижу вдома. По крайній необхідності раз в неділю магазин, аптека. Ну, або ефір. Або ефір, ну це святое. Ну, приїхав к вам, все як положено. Маски, як положено. Єдине, ну, що я вдома роблю? Вдома роблю, ну, робота на удаленці теж є. І плюс слухаю або аудіокниги, або якісь історичні передачі, або дискусії. Я, в принципі, люблю історію, тому як-то, так говориться, учоба на дому. Учоба, ну, тобто, в твоєму житті, в принципі, нічого так сильно, не, кардинально не змінилося, да? Ну, тобто, є чим зайнятися, розвиваєш себе, може, дітей, може, ще когось. Да, ні, ну, оно, єдинственне, знаєте, єдинственний мінус – це те, що, говориться, я чоловік комунікабельний, мені не вистачає вербального спілкування. Ну, це все можна пережити. Закон есть закон, и надо, в первую очередь, закон – это одно, а безопасность граждан и родных, близких – это тоже надо все-таки, как говорится, осознавать и беречь родных и близких. Добре, ну давай, я б хотів би з тобою зараз подивитися одне відео. Ну, тобто ти, ми зараз з тобою поговорили, як треба себе поводити під час пандемії. От, і абсолютно випадково сьогодні нашому журналісту Артуру Журбенко на об'єктив потрапило двоє чоловік, і я думаю, ти зрозумієш, хто саме у нас на відео. Давай подивимося. Я хочу вас просто декілька запитань запитати. Ну, досить вони прості, звичайні. Як ви вважаєте, чи взагалі Україна... Слухайте, я відмовляюся коментуватися, я гуляю, вибачте. Пане Віталію, скажіть, а чому ви ініціюєте, щоб МВФ не надавав кредит зараз Україні? Ні, у мене було, ви ці виграли. Ну, зараз в ЗМІ є ця інформація. Це вигадує, такого немає смітра. Тобто ви не ініціюєте, жодних таких заяв ви не робили, так? Це ви це вигадували, побачили. А ви робили якісь запити до посольств інших держав? Щоб... Побачення. Скажіть, будь ласка, чи взагалі все зробила влада України, щоб не було дефолту, на вашу думку? Пане Олексій, ну скажіть, будь ласка, ну ви ж як прем'єр-міністр, ну ви ж... Ну, дійсно. Собак багато, дуже люблю Дніпро. Хороше місто, хороша річка. А чому ви не вдягаєте маски? Чому ви не дотримуєтесь правил карантину? Ну, я ж хотів з вами, ну, нормально, а ви от себе так поводите. Чому, ну, звичайне запитання. Як ви вважаєте, чи всі зробила Україна вимоги для того, щоб дефолту все ж таки не було? Пане Віталій, а чому ви без маски? Чому ви не дотримуєтесь норм карантину? Ну, ми зараз подивилися відео, воно достатньо цікаве. По-перше, ну, не знаю, мабуть, самокат зламався у Гончарука, він щось пішки вирішив прогулятися по Києву. Ну, це не саме головне. Питання головне, чому Шабунін без маски? По-друге, чому вони так якось неохоче розмовляють? Переважно ми, коли бачили з ними виступи цих людей, вони так дуже яскраво багато говорили, як треба себе поводити, про відповідальність і інше. От, на твою думку, що ми тут побачили, крім штрафу на 17 тисяч гривень? Перший вопрос у мене, що два мужика під мостом роблять? От. Неужели нет другого места, где можно пообщаться? Это первый вопрос. Ну, если... ну добре, что у них нема плащу такого, да? Добрый день. Я думаю, там недолго осталось и до этого.
Если серьезно, то мы же видим двуличие. Это люди, которые, вот Шабунин, он претендует ум, честь и совесть нашей эпохи. Там уличает всех, всех разоблачает, как совесть украинского общества. Вот мы видим его отношение к закону, отношение к гражданам Украины, которых он теоретически, гипотетически может заражать. И Гончарук точно такой же. Мы же видим, видите, он говорит одно, а вот где, когда они говорят правду, когда врут. Вы знаете, мне кажется, они даже сами не знают, когда они врут, когда говорят правду. Это значит одно, что они врут повсеместно и постоянно. Ложь – это стало образом жизни этих людей. И это же агенты иностранных государств, они агенты влияния. Я не видел за всю деятельность ни Шабунина, ни Гончарука, чтобы они, как кажут, дбали про украинский народ. Я этого не видел. Они выполняют четкие задачи, то ли Сороса, то ли каких-то посольств. Это не, ну, вот, вот это их истинное лицо. Понимаете, они плюют на общество, плюют на государство. Як ти вважаєш, вони просто не вірять в те, що вони можуть заразитися коронавірусом? Бо, ну, принаймні, Олексій Гончарук, він принаймні через 30 хвилин, ой, 30 секунд, я перепрошую, після розмови з нашим журналістом, він надягнув маску. От, а в принципі, ну, вони так гуляють. Ну, понимаете, мені кажется, вони чувствують себе настільки великими, настільки небожительними, что их там низменный коронавирус не тронет. А это... может, они что-то знают, и от того они себя так поводят? Да я думаю, скорее всего, у них мозг грецкий орех. Там. Они, ничего они не знают, они не отдают отчета, что происходит. Живут, живут, знаете, как эти одноклеточные сокращаются, живут вот то же самое. Это... А я другого от них не ожидал. Мне кажется, от них и нечего другого чего-то ожидать. Ну, от таке наступне питання. Тобто ми звернули увагу, що журналіст запитував Шабуніна безпосередньо, чому він робить все можливе для того, щоб Україна не отримувала кредити від МВФу. Це яка мета? Чи він розуміє, що кредити – це дуже шкідливо для країни, тобто це не допомагає? Від того він такий каже, Україна має сама рятувати себе. Ні. Чи тут якась інша ідея я у нього? Я думаю, здесь більше все примітивно, корисно. Там, наверное, приняли какие-то законы без учета или его мнения, или тех хозяев, которые его наняли. Наверное, не учли их интересы, и поэтому это простой торг. То есть как... ты натякаешь, как бы Шабунин, например, был бы при владе, то он бы тогда сказал бы, дайте нам кредит. Абсолютно, абсолютно. И то же самое и Гончарук, и все остальные. Если бы они были от этого пирога немножечко получили свой кусочек, я даю вам 110%, что ни один, ни второй бы слова не сказали, если были учтены мнения их хозяев или их самих. Все подло и пошло, вот и все. Як ти вважаєш, взагалі, от зараз ця пандемія, а у нас, ми знаємо, останні 6 років достатньо багато таких питань виникло в країні, суперечок різноманітних, і може оця пандемія, оця проблема, наша спільна проблема, може під час неї ми якось об'єднаємося? Якось український архетип може спрацює таким чином, що ми якось... перестанемо казати, ти москаль, ти українець, ти неправильну партію підтримуєш. Ну, все це відійде в сторону, а ми якось разом щось зробимо позитивне для країни. Ви знаєте, у мене, к сожалению, ілюзій нет по этому поводу. В чому проблема от государства Україна? Это то, что разные группы людей, политические там группы или лобби остальные, они работают на разных хозяев. Кто-то, вот, как мы вот даже в обиходе, да, Соросята, кто-то там работает на олигархов, кто-то на третью сторону, кто-то из посольства не вылазит. Понимаете, когда у 10 человек 10 разных хозяев и 10 разных задач, ну как вы соединитесь? Должно быть... во главе угла государства. Вот, к сожалению, у наших граждан, вот у народа нету понимания. И это нам втюхивали в мозги последние 20 с чем-то лет, когда развалился Советский Союз, что государство не важно. Самое важное – это гражданин, его права, его там какие-то привилегии. Но на самом деле, вот жизнь же показала, в том числе и пандемия, кто справляется с угрозами государственными.
Там, где четкая иерархия, где государственная вертикаль власти, тот же Китай, та же Куба, та же Российская Федерация. Там тобто ти хочеш сказати, що не треба нам такої демократії, коли 25 партій входять в Верховну Раду. Ну, це я трохи так перебільшую. Ну, приблизно, цього можна досягнути, в принципі. Кожна ж партія, вона відстоює інтереси якогось сегменту нашого населення. К сожалению, у нас 99% партій, вони відстоюють не сегмент населення, а хазяїв, які покупають ці партії. Ви ж бачите, у нас практично партій нет, у нас только идеологическое, там, это, грубо говоря, я вот могу сказать, это два антагониста, это Коммунистическая партия и Партия Свобода. Это более-менее такие идеологические партии. Все остальные это проекты, это, грубо говоря, такие или левоцентристы, или правоцентристы. Что такое центристы? За все хорошее против всего плохого. Вот это олигархи или там другие структуры. Понимаете, демократия – это не обязательно 300 партий или не обязательно там 100 партий. Это мироощущение человека, как он себя чувствует. Допустим, пусть будет 100 партий, но если придут молодчики, да, и вот мы с вами выражаем мнение, вот определенное свое мнение, меня вот избивали, да, за мое мнение, разве это демократия? И на Украине 300 партий, и тем не менее людей... Это один из способов переконания. Ну, это не демократично, по крайней мере. И когда много партий, это не обязательно демократия. Я считаю, что для нас, для народа Украины, лучше всего это все-таки сильное государство. Потому что единоначалие, ну, менталитет украинцев, они, понимаете, они же помешались немножечко со степными народами. Даже половцы, хазары, тюркские народы. И это ничего плохого нет. Пусть там меня не обвиняют, что я там говорю, что вот плохо, у нас азиатчина. Почему все вот пошло какое-то бытует мнение, что Азия это плохо, это что-то постыдное. Я категорически с этим не согласен. Все люди равны. Вот здесь самое главное – это осознание своего места в государстве, своего места на этой планете. Не демократия, если ты идешь, творишь беззаконие или там хаос какой-то. Я считаю, что украинскому народу нужно сильное государство. Даже вот вы посмотрите, сейчас во время пандемии, когда беда случилась, народ ждет от государства помощи. А говорят, у нас «либертаріанство», в кавичках, типа «пливи сам, как хочешь». Ну, як штрафи, то ми знаємо, як зібрати, так, а як да. масочки продати, теж знаємо. А як їх безкоштовно видавати, то тут і виходить така уродлива ситуація, коли государство требує від нас, від граждан, виконання законів, плати налоги, подчиняйся законодательству і помалкивай, грубо говоря, в тому числі і телеканали. Ви теж столкнулись з давлением власті. А когда гражданин говорит, я выполняю все эти пункты перед государством, государство, выполни передо мной свои обязательства, защити меня. А государство говорит, нет, плыви сам. Вот так не должно быть. И я категорически против такой системы. Государство и общество, они должны, как говорится, быть одной командой. Если беда у гражданина, государство должно помочь гражданину выпутаться и спасти, в конце концов, свою жизнь. И если беда у государства, тогда граждане, общество должно подключаться к защите. Понимаете, что такое государство? Это правила жизни, правила, ну, говорится, жизнедеятельности. Мы же не можем жить без правил, да? Даже в семье, в любой семье есть правила. Ужин там в 19:00, там подъем, ну и, как говорится, чтобы друг другу не мешать. То же самое в государстве. А когда последние 30 лет разрушаются основы государства, и все наплевательски относятся к государству, а потом, когда случилась беда, все тулятся к тому государству, а государства фактически нет. Мы его разрушили. Мы его, к сожалению, разрушили. Ну, все ж, а що впливає? Я просто дивлюся, зараз от, знову ми звертаємо увагу на цей коронавірус, як він розвивається в різних країнах. І, в принципі, ми бачимо, що кожна держава якось по-своєму проходить цей період. Когось більше воно складно виходить, ну, мається на увазі, якщо держава сказала, то люди там сидять, і вони, в принципі, якось цю пандемію переживають більш нормально. Виходить система
комуністична, яка побудована в Китаї, вона більш якось швидше з цією проблемою справляється. Тобто у них ще залишилися залишки цього коронавірусу. Але ми зараз дивимося на Сполучені Штати Америки, от, там, в принципі, жах. Тому що там зараз близько 400 тисяч людей захворіло. Це з чим може бути пов'язане? Просто устрій, чи може це архетип людей, він відрізняється? І у нас, чого нам очікувати? Наскільки ми відповідальні в порівнянні з європейцями або з китайцями? Знаете, каждое общество должно иметь правила жизни, правила игры. Для китайцев сильное государство. Для них это правило игры, это нормально. Это они не могут жить по-другому. Китай же был всю жизнь разрознен. А с помощью коммунистической партии они объединили государство. И неважно, пусть это будет коммунистическая партия или другая идеология, или другая партия, общество... Просто, если звернуть увагу, да, в Китае это однопартийный устрой, в Соединенных Штатах демократы и либералы. Почему интуитивно Китай выбрал... Республиканцы, я перепрошу. Да-да, почему интуитивно Китай выбрал коммунистическую идеологию? Потому что в Китае живет много народов народностей. Там очень, это полиэтническое государство. Как объединить, если есть и мусульмане, и буддисты, и все, ну, очень много религий. Как объединить общество этих граждан? Вот они выбрали модель коммунистической идеологии. Это, грубо говоря, основываясь на научном подходе. И эту идею приняло общество, и мы видим, что они успешно справляются в том числе и с экономическими трудностями, и с пандемией. Мы возьмем Европу. Европа пошла по пути, что гражданин превыше всего, его ценности важнее, чем государственные. И что мы видим? Каждый гражданин говорит, мои ценности важнее государственных, и пошел гулять. И почему в США такая проблема? Мы же видим, там проблема, умирают люди, те, которые не имеют медицинской страховки. Они не могут позволить себе медицинскую страховку. И даже та же гражданка США Ульяна Супрун, она внедряет нам вот эти американскую систему здравоохранения. Мы видим, что случилось в США. Вот то же самое мы строим здесь у нас в государстве на Украине. Причем у нас государство нищее. Надо своими именами вещи называть. И люди у нас нищие. И не вытянет гражданин тянуть все эти финансовые затраты. Должно на себя это взять государство. Как, допустим, вот почему мы все говорим, все в Советском Союзе было крайне плохо. Это же неправда. Ведь именно в советской системе координат Украина состоялась как государство. До этого государство Украина, как субъект международного права, никогда не существовало. Именно в системе координат советского государства создалась Украина в границах 91 года. И что случилось, когда мы эту социалистическую модель разрушили? Когда мы стали жить по принципам эгоизма? Мы видим, Украина расползается, потому что растягивает ее. Понимаете, не все плохо. И мы видим, как Куба справляется, как даже остатки советской системы здравоохранения в России там тоже более-менее. И в Белоруссии более-менее. А у нас, понимаете, у нас внедряется, ну, как говорится, смесь ежа и ужа. У нас нет научного подхода. Как когда-то решались законодательные инициативы, обращались в Академию наук, и они давали экспертную оценку. У нас кто обращается сейчас в Академию наук или какие-то изыскания научные производят? Олигарх проплатил, посольство проплатило, команду дало и приняли закон. Понимаете, не может государство развиваться хаотично. В чем проблема у нас на Украине? Нет системы, нет у нас четко выстроенной плана. Вот у нас есть на Украине план, допустим, на 5 лет. Или на 10 лет, или как развивать сельское хозяйство на ближайшие 30 лет. Этого ничего нет.
Каждое приходит каждый президент со своей командой, иллюстрирует предыдущее. Следовательно, все рушится. Каждые пять лет, грубо говоря, у нас какие-то катаклизмы. Немая преемственности. Абсолютно. Как в Китае происходит. Нам надо в Азии, вот мы говорим, вот Орда, там Азиачина, это что-то такое постыдное. Абсолютно. В Китае каждые 10 лет проходит смена поколений. Те, которые уходят на покой, они остаются советниками. Их опыт зря не пропадает. Это год пробыть президентом, и Зеленский только осознал, что должны работать профессионалы. Но это, понимаете, это по меньшей мере смешно. Ну, принаймні, не 10 років, так що, в принципі, нормально. На засипку питання. Скажи, будь ласка, от ти як вважаєш, як довго буде триватися цей карантин? Ну, все будет, конечно, зависеть от эпидемиологической обстановки. Но, и вы знаете, надо учитывать то, что власть, она же тоже будет пользоваться этим. Мы же видим, как закон по земле протянули, когда сдали банковскую систему. Власть может держать карантин до тех пор, пока не решит своих задач, своих политических задач. Я лично не уверен в нашей власти, что она действительно думает только о народе. Если бы она думала, власть, только о народе, они бы антинародные вот эти законы по продаже земли и все остальное, они бы во время карантина, во время общей беды, они бы этого не проводили. Еще у меня вопрос. Почему во время такой беды у нас продолжаются боевые действия на Донбассе? Не лучше ли отвести войска и эти деньги, дурные деньги, идущие на войну? Вот вчера погибла девушка 25 лет в Горловке. Ну, понимаете, ну слезы наворачиваются. Ей жить, рожать, грубо говоря, радоваться жизни погибает. Наши парни погибают, военнослужащие. Я 10 лет в армии с братом и прослужили. Вы думаете, нам не больно смотреть на эти сводки, когда люди погибают? С той стороны погибают. Зачем во время такой беды, во время пандемии тратить деньги на войну? Надо потратить их на здравоохранение, на граждан Украины. Я прекрасно понимаю, почему они не отводят войска. Потому что если отведут войска, начнется мирная жизнь. Значит, упразднится военно-гражданская администрация. А как ты тогда этих людей будешь держать в кулаке? Люди выберут себе свою власть. Люди выберут местную власть, которая не разделяет ценности иностранных лобби, от этих МВФ и всего остального. Вот этого они боятся. Поэтому война власти сейчас выгодна. Как когда-то сидели на газовом бизнесе, когда зародилась олигархия. Точно так же сейчас сидят, к сожалению, на войне. Вот деньги, ну, дякую за відповідь на питання. Так як довго буде тривати карантин? Ну, мне кажется, что до середины мая это точно. Я думаю, до середины мая это точно. Ну, а там как... Ну, а там уже побачимо. Ну, тоді ми подивимося, запам'ятали середина травня. І якщо що, будемо вже підводити підсумки. К ответственности будете призывати. Добре. Дорогі друзі, ну а ми в рамках нашого громадського опитування продовжуємо цікавитись думками наших відомих блогерів. І давайте подивимося, що вони нам сьогодні розкажуть. Топ-блогери України. Буквально на днях Берні Сандерс, это кандидат на праймерис от демократов, решил выбыть из президентской гонки. Он решил прекратить бороться за президентское кресло, потому что последнее время проигрывал в ключевых штатах. Ну, вот так. И теперь мы на 100% уверены, что в финале встретятся Дональд Трамп и Джо Байден. А Берни Сандерс был, по сути, единственным кандидатом, который предлагал расширить доступ к американской медицине. И это было очень важно. Последние несколько суток в США умирает больше 1700 американцев. Сейчас Америка лидирует по количеству зараженных коронавирусом людей и находится в тройке по количеству умерших. Буквально недавно Карнеги-центр опубликовал статью, в которой очень подробно расписал, почему именно США стали эпицентром пандемии. Давайте же и мы разберемся, почему. Еще в конце марта США вышли на первое место по количеству зараженных, обогнав и Китай, и Италию, и Испанию. С тех пор отрыв только увеличивался. На 7 апреля там было почти 370,
тысяч заболевших и 10 тысяч умерших. Вслед за количеством зараженных подскочил резко вверх еще один показатель – число американцев, подавших на пособие по безработице. В конце прошлой недели их там было уже 9 миллионов человек. Кроме того, всем жителям США, заплатившим на данный момент все налоги хотя бы за 2018 год, федеральное правительство обещает разовую выплату в сумме $1200 на человека. Всего в законе об экстренной поддержке американской экономики, который Конгресс принял 27 марта и который уже подписал Дональд Трамп, предусмотрено $2 триллиона госрасходов. Это намного больше, чем Конгресс выделял на поддержку экономики в кризис 2008-2009 годов. Американский антикризисный пакет законодательных инициатив сделал тесты на коронавирус для граждан бесплатными. Но те, кто попадает в больницу без медицинской страховки, задолжают десятки тысяч долларов. Незастрахованные американцы, а в 2018 году было их около 27 миллионов, и так сильно закредитованы. Зачастую из-за прошлых долгов на лечение или там покупка дома, бизнес. Ну, в Америке много очень людей живут в кредит постоянно. Как правило, люди, не имеющие медицинскую страховку в Америке, работают на низкооплачиваемой работе и не могут себе позволить даже переболеть дома, не говоря уже о госпитализации. В США работодатели не обязаны предоставлять своим сотрудникам отпуск по болезни. Больничного у них там нет, они не понимают, что это такое. Многим в таких условиях приходится ходить на работу с признаками ОРВИ, таким образом они являются разносчиками вируса. Кроме того, медицинские долги это часто недолеченные и ставшие уже хроническими болезни. И они, как мы знаем, усложняют клиническую картину при коронавирусе и увеличивают вероятность умереть даже для довольно молодых людей. Те, кто получает медстраховку через работодателя, рискуют потерять ее в текущий кризис вместе с работой. И страховку, и работу. В такой ситуации, конечно, можно обратиться к соответствующему госстраховщику малоимущих. В Америке такие есть. Но критерии регистрации там разнятся от штата к штату. Многие рискуют не пройти ценз по доходу. Если он слишком высок, то людям придется подыскивать страховку на открытом рынке, а из-за коронавируса цены на эту страховку очень сильно кусаются. При этом эпидемия еще далека от пика. На брифинге в Белом доме 1 апреля президентская рабочая группа по борьбе с коронавирусом, согласно странное название, представила статистическую модель, по которой в США к середине июня может умереть от 100 до 240 тысяч американцев. Даже если все население будет неукоснительно соблюдать карантин в течение месяца. Там, где карантин в Соединенных Штатах Америки введен, а он введен не везде, его невозможно сравнить по строгости с итальянским или же китайским. Например, во многих штатах церковные службы все еще разрешены, а оружейные магазины признаны необходимой отраслью для торговли. Причем даже на федеральном уровне. Дональд Трамп объявил стране чрезвычайное положение еще 13 марта. В теории после этого штаты должны были получить от федерального правительства дополнительные транши, в том числе на покупку медицинского оборудования. Должны были получить денег. Помимо денег, штаты также могут запрашивать прямые поставки оборудования. Аппараты искусственной вентиляции легких, а также средства защиты из национального стратегического запаса. Однако последние два года в Штатах этот запас фактически не пополнялся из-за разногласий по финансированию между Министерством здравоохранения, которое им распоряжалось, и административно-бюджетным управлением Белого дома. Ну, не сошлись. Но власти штатов жалуются, что ресурсы распределяются абсолютно непонятным образом и не удовлетворяют необходимые потребности. В этой ситуации также является важным сам фактор Трампа. Американские журналисты и общество уже давно привыкли к импульсивности Дональда Трампа, которая вносит элемент неожиданности в любое событие с его участием. Эпидемия коронавируса сделала фактор Трампа еще более весомым. Вплоть до середины марта президент США отрицал серьезность угрозы. Даже заявлял иногда, что вирус вообще этот исчезнет сам по себе. Когда
счет заболевших США пошел уже на тысячи, Трамп стал отрицать, что когда-либо относился к коронавирусу несерьезно. При этом он высказывался против долгого периода самоизоляции, указывая на негативные последствия для экономики и вообще говорил, что это все кончится для Америки намного скорее, чем они того ожидают. Некоторые губернаторы-республиканцы, ориентируясь на Трампа, сочли его подобные высказывания о негативных последствиях карантина как инструкцию к тому, чтобы не вводить этот карантин как можно дольше. Флорида – самый густонаселенный южный штат, там вроде как 21 миллион человек проживает, были все отправлены по домам только 1 апреля. А некоторые пляжи, которые во время мартовских каникул посещали массово студенты, не закрыты до сих пор. А губернатор штата оправдывался тем, что не получал прямых указаний и инструкций из Белого дома. Он, кстати, горячий сторонник Трампа, тоже республиканец. Тут немає табу. Олександр, дуже дякую тобі за цю розмову. Я сподіваюсь, що це не в останній раз ти до нас прийшов в студію. Дорогі друзі, з вами була програма ТБУ «Топ-блогери України». Ми і надалі будемо слідкувати за нашими блогерами. Ви слідкуйте за нами і не забувайте підписуватись на наші соціальні мережі. Всього вам найкращого. Па-па, не хворійте. Воно небезпечніше, ніж СБУ. Для мозгу корисніше, ніж ПТУ. Великий вплив має, як НБУ. Про блогерів шоу. Дивись ТБУ.